Этот джим не купишь в магазине. 4 года исполнилось сахалинскому движению музыкантов-хулиганов в хорошем смысле слова. Каждую неделю в одном из клубов города гитаристы и барабанщики устраивают импровизированные концерты, придумывая мелодию прямо на сцене. Такой вид музицирования известен во всем мире. Он называется джем. Вот это Аркадий. Многие называют его большим человеком. Не только за выдающийся рост, но и за большую любовь к музыке. Именно он с компанией друзей впервые вышел на эту небольшую сцену неподготовленным, с неотрепетированной песней. Не от безалаберности, конечно, а ради искусства. Умение импровизировать в ансамбле из нескольких человек – самая высокая степень музыкального мастерства. В всем мире такое действо называется джемом. Один музыкант задает основную тему, а дальше каждый подыгрывает ему кто во что гораст. Главное – владеть инструментом и уметь слушать. Популярность такой вид искусства завоевал буквально с первых аккордов. Сахалинский джем существует уже 4 года. Каждый понедельник постоянные, приглашенные или случайные музыканты становятся композиторами прямо на сцене. У меня нет голоса, он там и тот аккорд взял. Но, невзирая на непонимание некоторых посетителей, музыканты-любители все равно на сцену выходят. Постоянный джем-состав такие дебюты приветствует. Хочешь свою песню пой, хочешь чужую. Так что взять в руки инструмент и заявить о себе может любой желающий. Да, да, конечно, это джем. То есть только нужно найти меня, подойти, сказать: «Эй, я могу сыграть». Бывает, что они играют немножко не так, как не так хорошо. Но тем не менее, это импровизация, это действительно выход чувств. Такие выступления не только развлечение для зрителей, но и настоящая школа для музыкантов. Барабанщики и гитаристы, которых у нас теперь называют лучшими, вышли именно из джема. Оно и неудивительно. 4 года подряд, каждую неделю, они творили в реальном времени. Тут любой новичок легко превращается в профессионала. Такое явление, как джем, довольно значимо для клубной жизни города. У молодежи есть возможность не прожигать энергию на однообразных дискотеках, а прикоснуться к настоящему творчеству, ну и заявить о себе. Как же без этого? Почему я богатый такой?